что хватило, что не хватило, какие ваши впечатления? Ну, в первую очередь, нам силенок не хватило. Вот. У вас команда хорошая, быстрая, ребят бегут. Вот. Нам, конечно, чуть-чуть не получилось борьбу им навязать. Но ладно, будем стараться. Это первая игра только, 0-1 только в серии. Дальше посмотрим. Ага, ну следующая игра у вас состоится дома. Какие сделали выводы из сегодняшней игры? Ну, пока никаких. Сядем перед следующей игрой, поговорим. Что-то придумаем, посмотрим. Ну, а расскажите о своей команде. Как долго, как давно вы вообще играете? Ну, я на бару достаточно давно, уже лет 5 играю. Вот. А в основном мальчишки у нас все борские, молодые. Вот, команда сильно обновилась. Но ничего, молодцы, мы вышли в полуфинал. Будем стараться двигаться дальше.